Тем временем Пекин обещает принять ответные меры в отношении государств, которые ввели ограничения на въезд для граждан Китая. На сегодня рестрикции ввели уже в 12 странах мира. Ранее несколько европейских государств обязали жителей материковой части КНР сдавать ПЦР-тест на коронавирус до вылета. Решение было принято на фоне резкого роста заболеваемости ковидом после снятия ограничений. Официальный Пекин назвал такое поведение неприемлемым. Возможность принятия скоординированных мер по вопросу прибывающих из Китая на днях обсудят и представители стран ЕС.